открыты, чтобы мои было видно, что я делаю. На YouTube выложим, как купать свинью. Слишком близко не держи, так, чтобы ракурс был, как я его мою. Пособие. Так, чуть-чуть отсюда можешь подойти, снять сбоку. Очень близко. Вот ну, я показываю, как на мыле. Руки, да, вот покажи, вот с этой стороны. Ну, да. Можешь отводить с этой стороны. Да. Кладем сюда и накрываем. Пониже спустись.